Время от времени появляется необходимость сварить две алюминиевые детали. При этом у многих в гараже есть электрическая или газовая сварка. Но только эта сварка алюминий как раз не варит. Алюминий варится специальным аппаратом в аргоновой среде. Аргон – это такой газ, без которого сварка алюминия получается некачественной. Но этот аппарат достаточно дорогостоящий, и далеко не у каждого он есть. Что же делать? Как же тогда сделать сварку, если есть такая необходимость? На одном уважаемом канале увидел очень интересный вариант сварки алюминиевых деталей без помощи специального аппарата. То есть в каждом любом гараже или мастерской можно сварить две детали. При этом не нужно ни дорогостоящий аппарат, ни газ-аргон. Все это можно сделать с помощью одной нехитрой насадки, которую легко сделать самому. Я решил изготовить эту насадку самостоятельно и показать в видео, как происходит сварка, какой будет результат. Теперь сделаю саму насадку для сварки. Делается она вот из такого болта длиной 10 сантиметров примерно, и диаметр у него 10 миллиметров. Сначала нужно отрезать вот здесь вот саму головку. Теперь за резьбу остаток болта зажимаю в дрель. Примерно вот так. Закрепив дрель с помощью струбцины на верстаке, включаю ее на средние обороты и начинаю с помощью болгарки обтачивать заготовку. Вот такой должен получиться конус. У основания конус 3 мм диаметр имеет. На конце 1 мм. Длина конуса тоже 3 мм. Ну вот, все готово к сварке. Но перед свариванием авторы этой идеи рекомендуют просверлить отверстие в месте, где будет проходить сварка. Возьму сверло диаметром 2 мм и просверлю насквозь сразу две пластины. Просверлил отверстие. Насадку поставил на дрель. Мощность этой дрели 1050 ватт. Сейчас попробуем. Попробую дрелью посильнее нажимать и побольше нагреть. Поехали. Просверлилось очень круто, прям продавилось туда. Не знаю, проплавилось это или как сверло оно сработало. Сейчас я одеваю перчатки. Ну вот, посмотрим. Можно так огонь добывать. Вот, смотрите, что здесь. Какая лунка получилась, да?
А теперь посмотрим на разрыв. Горячо. Вот смотрите, раз, и она тут же, при небольшом усилии, она тут же отвалилась. То есть даже сильно тянуть ничего не пришлось. Ну, какой могу сделать вывод? Что даже при помощи мощной дрели, киловаттной, которая, в общем-то, греет тоже хорошо, то ли продавили, то ли просверлили отверстия, но сварить так и не удалось. Она никакую нагрузку не держала, вот это место соединения. То есть буквально двумя пальцами взял, потянул в стороны, и оно разъединилось. Считаю, что метод сварки алюминия с помощью вот такой насадки нерабочий. Сам протестировал, вам показал. Делайте выводы. И не забудьте подписаться на канал. Пока!